Я должна сказать сюда. Да, сюда вот. Я сейчас сделала пробный кадр, посмотрю освещение хода. Вы сейчас можете не позировать, можете просто зажаться. Одну ручку сюда, на бедро, и ложка чуть-чуть больше вперед. Вот так. Можешь сейчас смотреть прямо перед собой. Мне все время хочется как-то истерично посмеяться. Потому что я... Так, так же, да? Да. Можете сейчас смотреть чуть выше. Можете сейчас руки здесь сложить. Да. Так. Да. Можете посмотреть туда вот, в ту сторону. Сейчас можете посмотреть камеру. И можете вот поставить вот на... Я вот смотрю. Не, не знаю, не сюда, и вот такое задумчивое лицо. Можете посмотреть. Куда посмотреть? Вдаль куда-то, вот такое задумчивое. Куда-то вдаль задумчиво? Да. Хорошо. Вот можете вот даже не в эту ложку, а вот буквально пальчики два вот сюда положить. Да. Сейчас взять камеру. Чуть повыше, то есть вот чуть-чуть вот сюда. Так же закончено, да? Да. У вас платье, это платье, да? Да. Сейчас вы можете с одной стороны его вот, вот так вот приподнять чуть-чуть. Даже с какой? С этой? С какой хотите. Ну вот так, наверное, мне будет удобно. Да. Вы можете вот так вот держать и сделать пару шагов. То есть вперед, чтобы вот так вот. Так, держать. Да, чтобы естественно его развивалось. И вот идете просто вперед. Хорошо. Я потом, да? Да, мы занимаемся. Вот лучше вот с этой стороны, чтобы свет лучше попал. С этой стороны. Так же, да, попозже? Да, точно. Попозже. Хорошо. Давайте вот так. Сейчас можно тоже ручку. Куда смотреть? Смотреть можете вот тоже вперед. Туда? Да. Туда. Сейчас попробуйте слегка вот мимо камеры. Можно даже просто вот сюда вот пальчики положить вот на шею. Это же будет подчеркнуто. Пробуйте сейчас голову так же, а взгляд куда-то туда упустить чуть-чуть. Я, мне некрасиво будет вообще, потому что очень глаз узкий. Так, хорошо. Что мы дальше делаем? Я что-нибудь на глисос подумаем. Так. Сюда вот сюда. Так, тогда снова ножку. Да, ножку. Так. Чуть-чуть больше сюда. Вот так. Вот, кстати, все.
Нажимаете, как будто вы шагаете, вот так ножка слегка вот. Да. Чтоб естественно было. Угу. Хорошо. Попробуйте, как будто вы их нюхаете. Да, можете попробовать, как себе присылать. Прям фотомодель. Сейчас вы можете еще немножко больше вперед. Да. Просто за серьезное лицо я буду посмотреть. Я не могу. Мне все время хочется улыбаться. Я не могу зрелищно. И вот можете тоже ее прижать к себе. Веселье. Так имеется в виду? Да. Можете тоже понюхать, вот такое весеннее настроение. Дайте давайте руки. Одну ручку можете тоже на ребро. Вот так. Вот так. Даже лучше вы, наверное, вот с этой стороны будет, потому что здесь и цветочку побольше. Хорошо. Да. Да, потому что я не вижу. Вы же можете еще поближе, вот куда-то вот сюда. Вот сюда. Цветы, да. Угу. Хорошо. Куда руки? Вот так можно. Посмотри, что у нас к чему. Можете руки положить на колени, то есть вот так облокотиться. Вот так. Даже чуть можете вперед как-нибудь, да. Вам удобная поза. Да, вот так удобнее. Угу. Посмотрите, куда это правило. Как вы больше хотите? Вы хотите сесть сюда или? Так оно становится. Такая счастливая, мне никогда цветы не дали. Значит, я должна вот так встать. Да. Задумчиво. Угу. Вы можете, может, тогда наоборот в эту сторону? Так. Да. Thank you.
Может, даже один цветочек вытащить и так вот понюхать. Подождите, самое такое красивое же тут вытащить. Одного нет. Ну ладно. Ну ничего. Смотри, четыре. Лёгкий, вот туда вот вытяните, смотрите, вот туда. Вот вы ждёте кого-то. Фотографии видно, что это зеркало. Да. Вот, на мой взгляд, это будет интересная кадр. Что вы видите, как бы, но вы смотрите в Ну, как вы вспоминаете там что-то да, такое? Да, я поняла.